День открытых дверей прошел в управляющих компаниях Подмосковья. Акцию организовала Государственная жилищная инспекция области. В Люберецком районе среди других организаций жителей гостеприимно принимала Люберецкая управляющая компания. Уже ставшее традиционным, мероприятие проводится ежеквартально и обязательно в выходной день по субботам. Этому есть разумное объяснение. Жители, которые находятся где-то на работе, где-то по другим причинам, нет возможности посетить в приемные дни, задать вопросы, получить полные достойные ответы в присутствии представителей Государственной жилищной инспекции. Проводятся вот такие дни открытых дверей под эгидой Государственной жилищной инспекции Московской области. Тема ЖКХ была и остается одной из самых животрепещущих для жителей Люберецкого округа. И день открытых дверей в управляющих компаниях – прекрасная возможность получить ответы на все вопросы напрямую и без очередей. Содержание, допустим, общедомового имущества. Людям интересно, что входит в содержание общего имущества, какая последовательность там той же уборки места общего пользования или регламентных работ по подготовке. Подготовки, допустим, жилищного фонда к сезонной эксплуатации, вопросы, связанные с капремонтом, также много вопросов по начислениям, да, по расчетам. Охват аудитории, которая посещает подобные мероприятия, огромен. Это не только люди старшего поколения, которым самим трудно разобраться в расчетах, но и молодежь. У нас очень активная молодежь, которая очень хорошо разбирается в законодательстве и, соответственно, разбирается в расчетах, подсчетах. И, естественно, очень интересно эти вопросы. Но, как правило, вот молодое поколение, они эти вопросы как раз-то и могут разобраться сами. Их больше, конечно, волнует вопрос там об устройстве детских площадок, чтобы у них было чисто во дворе. На день открытых дверей можно прийти не только с вопросом или проблемой, но и просто познакомиться с управляющей компанией. Особенно это важно при необходимости проведения ремонтных работ, например, замены изношенного полотенцесушителя. Ведь в случае, если подобные работы будут выполнены управляющей компанией, ее сотрудники несут за них ответственность и дают гарантию, в то время как любое вмешательство в общедомовое имущество неуполномоченной на то организации не допускается. Мария Лапчева, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.